Всем привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день. Это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Так что обязательно подпишитесь на мой канал. Оставьте свои лайки и комментарии. Конечно же, загляните в описание, нажмите кнопочку «Еще» под видео. Сегодня у нас 26 июня. Это второе видео за сегодня. Кстати, целый день ясно. Температура воздуха 29 градусов. Сейчас вечером попрохладнее, 26. На море, если вы смотрели предыдущее видео, сегодня шторм. Однако здесь, на пляже Маяк, из-за мола волнения нет. Море спокойное и можно купаться. Однако, как видите, желающих купаться не так много, потому что температура воды существенно около 22 градусов, поэтому все в основном загорают. Ну и вечер уже, конечно, прохладно купаться. Народу тьма. Вот такая погода сегодня в Сочи, так что обязательно подпишитесь на мой канал, оставьте свои лайки и комментарии, и, конечно же, смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!